Всем привет! Я уже, как вы видите, в фартуке, как обычно, на кухне. Здороваюсь с вами с кухни. Готовлю ужин. Должны приехать ребята Максим с Дашей. Ну, уже вечером, попозже. Решила сделать картофельные такие лоточки. Ну, как-то я делала, по-моему, в прошлом, что ли, году. И вот вспомнили, говорю, давайте сделаем. Вроде хочется что-то новенького, интересного. Обжариваю бекон. А Максиму просто бекон с картошкой. Не ест грибы и лук, а себе еще обжарю лук и немножко домашних своих лесных грибов. Все это обжарю и потом с бекончиком нам перемешаю. Ну и в процессе, потом процесс вам покажу, как все это будет выглядеть. Надеюсь, что будет вкусно. Сделала салат оливье с мясом. Олег захотел с мясом оливье. Я говорю, я тоже что-то вроде недавно ели, а хочется прям оливье. И ребятам цезарь. Ребята у нас любят цезарь. Цезарь, как вы, наверное, поняли, это тоже наш любимый салат. Салат любимый нашей семьи. Я его ем очень редко. Не знаю почему. Но иногда вот в последнее время мне хочется немножко. А одно время вообще я его просто вот не могла есть. Мне кажется, из-за соуса. Смотрите, какой аппетитный бекончик. Сейчас вот этот, наверное, чуть поменьше буду зажаривать. И перемешаю. Один будет побелее, один будет позажаристее. Я думаю, в принципе, наверное, можно снимать уже. Цезарь курица стоит, гренки домашние тоже на цезарь, на картошку бекон, такая начинка, потом перемешаем себе бекончиком. И здесь замочила картофель, уже помыла, кстати, я бы сказала, удачная картошка у нас в наличии под эти лодочки. Надеюсь, что будет удобно, но есть мелковато, но у нас мужички, поэтому я побольше хочу, а это вот вся, что есть. Ну, в принципе, достаточно, я думаю, будет. Поэтому сейчас она мне чуть помокнет. И я ее буду отправлять в духовку запекаться. Щеки красные. Пришла с улицы. Помогла Олегу снег чистить. Чистили вдвоем. Там такие сугробища. Ну, хотя бы немного расчистили. Еще завтра, наверное, полдня, целый день точно займет чистка снега. С крыш надо, теплицу надо чистить. Снимать, конечно, я вам уже не стала. Вам этот снег за весь сезон надоест. Я так понимаю, что он нас завалит в этом году. Ну, такая зима, конечно, красивая, но тяжело. Поэтому вдвоем почистили. Вышло уже на подмогу. Ну, конечно, моя помощь мизерная. Вилкой протыкается в нескольких местах. В фольгу заворачивается каждая картофелина. Я маленький, наверное, ножичек возьму. Каждая картофелина и запекается часа полтора.
на готовность проверим. О, все отлично. А гостей нету, да? Гостей нету. Детей нету, не гостей. Ну, они тоже гости. Тоже гости. Я думаю, что можно, да. Автосухие будут. Сейчас остынет, да, и будем делать ювелирную вкусную работу. Ну, это... Главное, что не я буду это делать. Да, смотри, после бекончика жирочек-то застынет. Яичко-то там, да, пожарить? Да. Горячо, однако. А. Так, наверное, я думаю, побыстрее не остынуть, да? Конечно. Вот, бабуси с дедуси становятся уже. Вот как детишек-то встречают. Вкусняшечка. Ну, мы, конечно, себя тоже не обижаем. Тоже любим себе покушать, приготовить. Даша всегда говорит: мам, что там готовить? Все вкусного. Даша, да вот это, вот это. Нормально. А как мы приезжаем? Я говорю, да вы такие, на самом деле, они такие привередливые оба. Я говорю, вы такие привередливые, только это, Григорий, не пишите ничего. Что, говорю, вам не все еще и приготовишь. Мы с папой всеядные. Поэтому захотелось побаловать. Говорю, да что, ну давай вот такую картошечку сделаем. Давай. Главное, чтобы получилось вкусненько. Мы в прошлый раз делали, получилась она немножко пресноватая, да? Что это? А в этот раз я хочу побольше сыра добавить и, наверное, пюрешечку маслица сливочного, чтобы она посочнее была. И я думаю, может быть, чуть-чуть специй приправу добавить, да, или не портить. Да, да, чуть можно добавить. Для пикантности, да? Угу. Ну, я-то себе этих лесных грибов, Максим, вот просто бекон, а себе лесных грибов пожарила с лучком еще. Ну и Даша тоже. Ну и Даша, да, Максиму просто. Все, сейчас подостынет и будем вычерпывать, делать красоту. Ребята едут. Сегодня, как я вам сказала, ходили снег чистить, метель. Дороги все заметенные. Они едут на каршеринге, соответственно, пробки. Поэтому, ну, я-то в любом случае дождусь. Олег может поесть сейчас. Пробки, да? Да, Львовки, все это. Ну, пюре, конечно, быстрее. Зато оригинально выглядит. Ну, на большую компанию, конечно, много надо картофеля. Понятно, я тебе говорю, что так не сказать. Да. Начинка, конечно, остается, но мы в прошлый раз ее расшарили утром, потому что, когда я готовила такие лодочки, у нас пришли гости, досталось там всем по штучке, и все мы съели, а утром разжарили начинку, и нам на завтрак, на обед, я уже не помню, зашла она хорошо, там сырок расплавился, все вкусненько. В этот раз хочу еще посыпать сыром сверху, поэтому я сейчас немножко разогрею, поджарю и аккуратненько, потому что, видите, я так сверху прям сделала шапочку, аккуратно, насколько смогу, чуть-чуть присыплю сырком еще. Все, мы, наверное, будем ужинать. Ребята приедут неизвестно во сколько, в связи с погодными условиями пробки. Поэтому сейчас картошка приготовится. Это вот оливье с мясом.
помажем все салатики, наверное, поужинаем. Домашний зеленый лучок. Кстати, знаете, зелень, вы мне писали, что у вас не получилось ее вырастить. А у меня тоже она начала вылазить прям такая тоненькая. Я не стала мучиться, я отнесла этот контейнер в хозблок, убрала и все. А лучок, да, единственное, что он такой прям ядреный, но все равно, зная, что это свой домашний, прикольно получается. Мы в прикуску с салом ели. И вот в оливье порезала тоже. Добавила сверху немного сыра, неудобно. Он весь сыпется, но так немножко прям умяла начинку, шапочку. Все, не дождались мы детей, решили покушать. Вот такая вот получается картошечка. Единственное, шапочку немножко примяла из-за того, чтобы сыр сверху еще выложить. Цезарь, мясное оливье. Если что, майонезика добавим, потому что муж любит прям майонезное, а я люблю сухой. Все, всем приятного аппетита. Мы будем кушать. На ночь глядя, как обычно. Да? Да. Покажись, хоть ты сегодня в кадре. Не видели, да? Ну, здравствуйте, наверное, и до свидания сразу. Сегодня нет, ты снег чистила, я начинала готовить. Вчерашний день я так и не закончила. Это у нас уже следующий день. Именно день уже, не утро. Мы встали, позавтракали теми же вкусными салатиками. Дошули картошечкой. Картошка получилась, кстати, очень вкусная. Всем понравилось. Так, здесь у нас собрались, короче, в гости. Кто куда? Вещи. Я перебирала вещи маме. Обычно кофтенки там, штаны каким передаю, ей подходят. Даша свои перебрала, тоже племяшки везет. Двоюродные племяшки, внучатые племяшки, короче, родственницы тоже. Даша едет поздравлять Машуню, свою крестницу, с днем рождения, на пару часиков пообщаться с ней. Я еду к маме, тоже на пару часиков пообщаемся, потом ребята приедут, тоже к маме посидим. И вроде вечером планируем сходить в гости к Саше с Леной, по мелким уже соскучились. Ну и так, сменить обстановку. Дом отмыли, поэтому теперь можно гулять. У Натуси дел нет, но я уже решила, что надо отдохнуть и своим дать отдохнуть тоже от уборок. Давайте ездить по гостям. Что мы будем делать, наверное, в новогодние праздники тоже, да? Да. Будем гулять? Некогда. Некогда. Гирлянду некогда повесить. Купили, как у соседей, красивую такую, ну, тоже через Дину. Бахрома уличная. Хотели на терраску повесить, ну, не знаю, может быть, мужички наши завтра повесят. Все. Сейчас ждем молодежь. Почему вчера я не закончила видео? Молодежь приехала уже в 12. И уже не захотелось камеру брать и их напрягать. Они в пробке проторчали 3 часа, поэтому мы поужинали, поболтали. Блестящая женщина. Глаза вообще блестят. Вот она, наша вредная дочка. Всем хорошим подписчикам привет. Да? А плохие пошли вон. Пошли вон, пошли вон. Пожалуйста. Так, Максимка, ты едешь с нами или нет? Едет, это вот там по работе. Дашуля привезла нам вкусняшечки, диффузеры вот такие. Ой, пахнет. Мы ванной поставили у себя в нашей хозяйской ванной. И здесь в прихожей. Хозяйская, подданная, так. Вон, на улице снегом моется. Папе говорю вчера. Гости приедут. А, ребята в гости приедут. А потом говорю, ой, какие гости-то? А он такой, гости в гости. Понятно. Да я знала, что меня тут не любят. Тут только Максим любит. Как меня еще, правда, в гостевую не отправляются. Так живем. Так живете, приезжайте. Мне все-таки кажется, что я приемная. Соседа. Где я была-то? Что это я вся? Где шлялась? Листью-то. А у нас снег все метет и метет. Олег уже второй день чистит. Кстати, девчонки спрашивали, какой у нас снегоуборщик. Вот.
ругались сегодня с Дашей, на него залез на крышу, счищал там снег с угробища. Ну вот еще возле теплицы надо, вокруг теплицы почистить, чтобы было куда снегу съезжать. Здесь вроде начистил, но посмотрите, он опять сыпет. Ох, это же этот Мухаммед! Доброе утро. Теперь поздоровайся. Hello. Видала, как у него очки темнеют на свету? А, они типа хамелеон? А? Они уже темнеют? Да. Ну, как хамелеон они тебе, да? Нет, они на свет реагируют и... Чтоб вот как солнцезащитные. Ну, чтоб давление, наверное, меньше, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня вас можно поснимать, да? Сегодня вы не в пижаме. Сегодня мы тебя подняли. Да, не говори. Я, собственно говоря, сама встала, но... Борщом. Чуть пахнет. Уже хорошо. Внучка борщ заказала, да, бабуся. Хоть бабушка начала это. Всем привет, 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 привет. Да. Чё ты тут навезла-то? Это, вот это, а это Диме подарок. Ну и желтенький бери. А это мне не забыть потом. Так о чем мы хотим? Может, мне играть или сразу пойдем? Да, да, пойдем. Это все я здесь могу брать? Да. О, блин, варьки забыла взять. Ну ладно. Что же? Ладно. Сейчас я... Так, почему идешь с раскрытой головой? Ну, я ж вот рядышком прям. Что, ты сварила борщ тоже? Да. Я уже говорила, Даша любит мамин борщ. Я такой не варю. Кисленький, с уксусом и с томатной пастой. И она все такая приезжает, бабушке заказывает борщ. Я даже банку он пустую привезла. Да есть у меня борща. А это внучка передала в трос, когда мы к ней ездили, я сразу тебе ее отставила. Двухлитровая, все это. Это же должна быть красивая у меня. Давай, наряжайся. Это дочь пойдет, как обычно. Голыми ногами. Давай, Гарь, тебе носки дам. Даже представляю, какие мама носки мне сейчас даст. Ну все, вот так. Отлично, вообще красотка. Ну, когда ж ты жениха от нас найдешь себе? Ой, уже не нужно. Давай я мусор возьму, чтобы не портить тебе вид. А то глядишь, можешь просто, правда, как бабушка скажет, трапится кто-нибудь. Ты с голыми ногами такой, ну видишь, он течет. А что это телефон взяла, это взяла. Все? Все, пошли. И то идем. Когда? Какой идем? Большой магазин или маленький? Не пойдем больше, там игрушки нет. Ага. Маленькие, в этом маленько. И в этом есть, но не такие. А там вообще выбор большой. Елочку у вас уже нарядили. Поставили. Мы раньше в детстве городом называли. Мы в двухэтажных домах, это деревня. Да. А сюда так... ходили в город. Сюда. А так и говорили. Чем в город, понял. Здесь свой такой мирок, а у нас свой всегда был мирок дружный. Но я уже вам рассказывала, как мы жили. Дом дружный был. Сейчас остался. Наш подъезд вообще... Ну, сейчас уже молодежь, но все равно вся дружная. Говорим, все-таки вот, да, как-то передается, да, это. Да. Хотя Макарины не жили. Ну да, а все равно вот это, между собой вот мама рассказывает. Я говорю, все равно как-то вот, видимо, аура дома такая, да? Да. Летом вообще собираются. Но в последнем подъезде много новых. Но ну, они между собой. Ну, хотя все равно они же, да, нет, кто-то? Нет, они так, летом, когда там они общаются. Ну, вот вроде не грязная, но она такая, ну, вроде... Да, не брала, да. Что, тебе помочь? Не надо еще. Давай я пакетик. Да, подожди. Какие черки хорошенькие. Маленькие. Черки. Такие прям на веточках. Она красная. Немножко так дают. С карамельками сладкие, а вот такие мне нравятся. Вот киви прикольные. Вот такой вот Даниссимо киви мне нравится. Тебе взять? Не, у меня дома стоят. Это шоколадный. Нет, не шоколадный хочу. Будет сладким. А ну вот, может, черник будет. Тебе тоже понравится, а голубенький. А вот эти кремовые, они сладкие. А я вот именно с кислинкой. Они сладкие, но иногда утром. Маленькую. Давай срок годности посмотрим. Хватит? А? Хватит? Ну, Даша, хватит. Или ты потом будешь есть. А вот это же? А? Вот это же?
А вон рядом 20% 84 стоит. Вот до 8 января. А это до 14 января. Вот как он, да, как пенсионер выбирает. Вот пенсионеры. На стол. Дорогие, на себе. Да ты картошку не нет, картошку у тебя. Все, затарились. Разделила пополам? Разделила пополам? Да. Немножко туда, немножко сюда. Можно было бы еще что-то взять. Давай вернемся. Что, вернемся? Доберем? Ну, можем там забрать. А можно прям с косточкой? Да. Да? Нарезать. Ну, давай, ладно, говорим. А с там скумбрия вон. Это скумбрия, да? Нет, давай селедочку. Ну, давай селедочку. Она слабо соленая? Хватит одной? Хватит. А то отечет. Течет, потекет. Туда возьмете. Да кто там ее будет делать? Ну, так мы тут сделаем. Да? Ну, давай. Две давай. Две? Да. Ну, это колбаски сейчас порезать на стол. Все, добрались мы до дома. Купили вкусные селедочки. Ну, конечно, придется картошечки сварить. Взяли рулетик вот такой к чаю. С лимоном. Я, кстати, не пробовала, но мне кажется, что вкусненький должен быть. Нам понравился аппетитный он, да, такой. Ну, майонез вы видели, огурчики, колбаску. Там йогурт и мама себе взяла. Кефирчик. А что в этот? В оливье надо колбасу. И у нас, кстати, видите, опять оливье, только оливье с колбасой. Вчера у нас был мясной, сегодня с колбасой. Сегодня он будет с колбасой. Да. С клубникой же внучки сварила. Компотик сварила с домашней Барыш. Клубничкой. Специально я наварила борща. Делаю, когда компот, я клубнику не трогаю. Ее же мало. Горячий, пахнет вкусно. А ты завариваешь компот без для гостей, а внучки? Да, черная смородина и малина для гостей, а для внучки вот, с клубникой. С клубникой. Давай я что-нибудь. А что ты? Я сейчас порежу. Да, еще очко. Да, я думаю, хватит, да. Так. Ой, хочется прям, знаете, не на филе, а вот косточкой да. Поглодать. Взял кусочек и вкусненько. Молоку оставляем? Молоку, да, можно поесть. Да у тебя дощечка не маловато? Немноговато, но она лежала здесь, я взяла. О, добыча-то какая у нас. Еще а и корочка попалась. А куда ее теперь надо? Кого? Икру. Есть куда ее надо. Нет, я понимаю. Да по бокам вот так положить ее. Надо. Ну, ее можно это разрезать тоже. Ну, и да, молоко, конечно. И икру. Ну, такая аппетитная прям, да? Угу. Ну, раньше все время так ели, не... А раньше, помнишь, в этих круглых металлических банках? О, ну, сейчас пиваси, тоже вроде... пиваси, да? Сейчас тоже вроде продается, мне кажется. Ну, конечно, вкус уже не тот. Пиваси начали, еще мы жили на Станково. И дедушка все время привозил. Он же все продукты все сам привозил. И это, вот это пиваси, а он же по магазинам развозил товар, там все, и она только вот пошла. Мы целую банку. Ну, а семья большая. Ну, да. Это разрез у свекра. Мама про свекра, про своего говорит. Да. Да не, я думаю, да. И мы ее съедали все. А вкусная была. Да. Как, вот так, наверное? Да. Что, вкусная? Мало соленая? Аж слюнки текут, смотрите. Чтобы дочь не обелась. Чтобы дочь была такая же толстенькая, а мама вот такая стройняшка. Угу. Ты у меня, что ли, отковырнула? У кого? Картошку. Одну картошину взяла себе. А мне куда три? Ешь.
Ты в гостях. Ну, а с подарком с каким-то. Мария мне подарила. Ну, так подумай. Я ей, она мне. Ну, видишь, какие вот прям взаимные. Мои взгляденькие такие. Меня так не встречала. Меня так не встречала. Потому что я-то внучка. А ты кто? Не обижают? Кто? Да. Да? Всякое бывает. Я так себе. Я так себе. Ну, уже давно. Вы смотрите за ними, а я поем пока. Мы их не ждали, потому что они сытые приехали. Скажи, садитесь, ешьте. Да, я со зрителями разговариваю. Говорю, вы за ними смотрите, а я пока поем. Вы посмотрите, как она ест. Руками, зверь. Ну, я селедочку ем. Селедка вообще бомба. Так, это я буду борщ кушать, Максим. Максим, оливье. Колбасой. Ой, пошла позорище сегодня с голыми ногами. Господи! Какая женщина ее застегнула? Ну, что ты меня застегнула? Ну, давай. Счастливая она так вот. Хорошо. А мы, может, 30-го, если можешь пойти поздравлять, и к тебе заедем, да? Максим, Договоришься? Заезжайте. Пока-пока. Всем пока. Машкин рисунок. Где? Вот он. Иди. Ну, бабушка целоваться хотела. И не поговорили, и не... Да ладно, давайте. Чуть-чуть хоть. Все, давай, бабусь, не плачь тут. Так мы тебя звали, поехали. Да, поехали с нами. Отказывается, сын ее звал. Сын ее звал. 30-го, может быть, приедем с Олей и Саней. Приезжайте. Сейчас же решить, где я буду. После Маруси, если будем. Может. Вот такие мы тоже на терраске себе хотим сделать. Наверное, с двух сторон. Привет! 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 Чего засмущался-то? Димоль, чего засмущался-то? Привет, кукла! Дай поцелует. Да что, возьмешь там, папа, что ли? Тебе тяжелое, что, лежачек? Стоишь. Да. Что это тут за любовь любовная? Гля, брат с сестрой. А меня так не обнимают. А вас чаще видят. И меня так не обнимают. Чаще, я хочу. Так, кто подарки будет получать? Я! Я. Кто подарки будет получать? Привет, братан. Меня тоже никто не обнимает, да? Привет. Мой любимый. Понравилось? Да. Ты хочешь увидеть? Я его люблю. Мне привет. А почему он делает? А ты будешь подарки получать? Пойдем? Максим, доставай нам подарки. И что вы ругаетесь? Тихий ребенок вообще. Золото, а не ребенок. Золото, а не дочь. Тебе шуманик, да? Я посмотрю твою реакцию, когда она начнет трогать шуманик. Когда она одна, она, кстати, слышит и видит. Тимон заводит небось ее, да? Она что же, никогда не уступает. Что там? Спасибо, скажи спасибо, Даша, с Максимом. И Наташа, с Олегом. Еще достаем? А что там есть? Животными. Там домики открываются. В домике живет животное. Будешь, Даша, смотреть? И еще давай. Еще что-то. Еще давай. А что, это нам тоже? Да, это мама Лидия делает. Сережечку мы с ней купили вкусно. И картошка вареная тут чуть-чуть. А Даша все понимает. Ну и что, показывайте елку свою. Сестра нашей елочки. Такая же, Лен? Да, один в один. Ну да, у вас потолки выше. Вот как у меня здесь.
Ой, как красиво наряжено. Дашуль, видела? Она, наверное, не встала. Вообще крутая. Чего? Это там, кстати, сзади висит Тёма с Дашей игрушку дарили. В том году, да? Да. Именная, да? Вот. Ага, у нас тоже была. Красивые игрушки. Это ты покупала игрушки? Нет, это все мои игрушки. Твои. С предыдущей елки. У меня раньше все игрушки были хорошие. Не, вообще очень интересные. Мне вот эти нравятся. Да, это все мое. Красивые очень. Вот эти мне очень нравятся, я их вот даже, видишь, они, это все стекло, вот. Ага, ну вот типа таких есть, а вот эти необычные такие, классненькие. Вот эти вот тоже колокольчики, они прям вот звенят, они настоящие. Да. Вот эти мне очень нравятся, они прям вот потрогай, знаешь, какое тяжелое это стекло, прям вот, вот потрогай рукой, чувствуешь? А, она прям тяжелая. Она, да, это прям настоящее стекло. Очень. Вот эти сосульки тоже клевые. Конфетка вон там тоже висит здесь. Ну, много таких конфет. Не, очень красиво тоже, симпатичненько. Ой, а Дед Мороз какой со Снегуркой у вас. Классный. Красивая елочка у вас. Кто там живет, Ангелин? Кто это? Гусь. Как он делает? Га-га-га. А тут еще есть окошки. Мы много не открыли. Неудобно же тебе, наверное. Удобно. Майнкрафт. Поклонник Майнкрафта. Фанат. 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 Старый. Тетка устарела, да. А, ну да, ну поэтому я тоже люблю лучше самой сделать, чем сейчас дай подай. Да. Скажи, куда выложить, чем помазать, где взять ложку. Сама быстро раз-раз. Ну ладно, работай, я тебя поснимаю. Хорошо. Работайте, Елена прекрасная, работайте. Это у тебя живой цветочек? Да, это мне Златка подарила на день рождения, Саша. А он не высаживается на улице? Блин, я не знаю, это этот, как они называются? Герберы. Да. Просто листва такая, да, как это, садовый. Там просто бутонов непривыч. Было много, это вот все распустилось внутри. Что ты наготавливаешь? Ну, салатик. Мы же сказали, просто в гости пойдем. Салатик где-то. Что на батуте-то прыгаете еще? Я его почему не разбираю? Прыгают, да? Да, нет, нет, они там. Ангелин? Они, как обычно, под вечер, они включают, выключают свет. Включают и дискотеку у них на батуте. Я что-то не умею делать. И начинают там. Ничего себе. Щекотки, да? Мы почему не убираем его? Ой, какая красота. Смотрите, зрители, как Дима красиво раскрашивает. Ну что, передавай зрителям привет. 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 Вот лишь бы поиздеваться. Я бы куда-нибудь на лыжах покататься съездил. Это не тот контингент, которому предлагать. Нам поесть, нам бы гастрономический бы тур. В Киргизии мы уже посмотрели в этом. Мы с тобой будем на лыжах на сноуборде кататься, а они будут на плюшках и при этом еще есть плюшку. Да, мы так можем. Так оно и будет. Нет, мы можем для приличия встать на лыжи? Ну, чисто постоять, наверное, потом ну, сказать как-то страшно, как-то. Да. Да нет, не страшно. Я первый раз на лыжи встала с Сашкой. Я до этого каталась на сноуборде. Мы знаем, как я Саша руки ломал. Я лыжи вообще боялась. Вот. А он мне говорит, давай, говорит, если ты можешь на сноуборде, ты встанешь на лыжи. Я встала на лыжи и прям с первого раза, со стольких там тысяч километров я спустилась. С 3000 километров. Они меня туда завезли и оставили. Хочешь есть, хочешь не есть. О, какую-то полочку покупала, Лен, да? Интересно. Да, сами для бабушек. Писалась, ага, класс. А мы поймаем вообще? Лук зеленый, все едят? Да. Поймала? Поймала? Шкачи его. Ладно, я
Шашлычок пока горячий. Вы ешь трусы, что? Пообщаться и так, да, вообще на еды не забудь. Это можешь как-то поднять? Давай, там давай, я. Чтоб всем хватило. Ну, я съел. Чтоб Олег Иванович не сказал, я в 12 часов пойду домой. Потому что есть. Чтобы у меня соблазна не было. Нет, ты что, я в 12 не пойду. Тут он небось скажет, не ел. Слушай, нифига себе правду ты набрал. Давай. Чтоб тут просто разные. Тут разные эти. Вкусы. Да? Тут и свинина, говядина, курица. Баранина. Баранина там. Там вон, баранина, там вон. На целую свадьбу. Не знаю, что-то баранину ест, кто-то не ест, кто-то курицу. На одну сторону. Да, вот туда. Кто-то свинину ест, кто-то... Кто-то что-то не ест вообще. Селедка вкусная, но единственное, мы захотели прям вот такую целенькую с мамой. Она прям слабосоленая. Вообще обалденная. Добавьте. Даша, дай стакан. Потом нальешь. Даша, дай стакан. Эх, где она есть? Спасибо. А это будешь писать? А это будешь писать? Так, а я боюсь спросить. Вот сестре поставил, себе поставил, а жене? Не себе, я тебе. Тебе. А, ну прости. Две курицы, две это, то ли говядина, то ли свинина. Ну, вот это, наверное, типа говядина. Ну, а вот светленькая курица. Ну, та курица, наверное. Саша, отломи мне куриные люляшки. Можешь свои вилочки? Я его на базу. Наверное, Олег, будешь люляшки? Наверное, говяжу. Потому что они по цвету прям отличаются. Вот этот большой вот суховат будет, Максим. Да, вот, вот они типа стейков. Не, он вкусный, но он, знаешь, такой суховат. Оно без жирка? Еще? Не, хватит.